В преддверии Дня вышиванки Союз молодежи приглашает поучаствовать в фотоконкурсе. Все, что нужно – одежда с национальной символикой и камера смартфона. Снимки принимают до 22 июня. Молодым людям необходимо выложить свою фотографию, свое селфи в социальной сети Instagram с хэштегами «День вышиванки», «Селфи с вышиванкой», с обязательным упоминанием официального аккаунта BRSM BY. И также можно предоставить свои классические, скажем, фотографии на электронный адрес itbrsm@gmail.com. Раньше на изготовление вышиванки уходил без малого год. От сбора растений до финального результата одежду делали вручную. Теперь человеку помогают машины. Лен укращают всего за несколько недель. Купить вышиванку можно в интернете или у частных ремесленников. В Бобруйске одеждой с колоритом торгуют в фирменном магазине фабрики художественных изделий. Рубашки, сорочки, платья. В ассортименте есть и женские, и мужские варианты. Цены колеблются от 60 до 200 рублей. История белорусской рубахи восходит к середине первого тысячелетия. Сперва узоры были тканные, вышивать стали позже. Орнамент служил оберегом. Красочные костюмы надевали лишь по особым праздникам. В традиционный комплекс белорусского народного костюма входит рубаха. Если это мужской, то это еще штаны, ноговицы, портки. Женские, значит, это юбка, спадница, або андарак, если это шерстяная или полушерстяная ткань. Ну и, конечно, еще жилетка. Спустя сотни лет одежда с орнаментом снова ушла в народ. Белорусские кутюрье то и дело выпускают коллекции с национальной символикой. Итоги челленджа с вышиванкой подведут 30 июня. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.